Отель «Эндквот» «Олимп» первая линия «Эндквот» расположился в Нижнемеретинской бухте Адлера. Пляж находится в Нале целых 0,04 километра. Номера представлены в европейском стиле с новой мебелью и евроремонтом. В каждом имеется личная ванная комната, сплит-система, кабельное телевидение, холодильник. Самостоятельно организовать питание гости смогут в ближайших заведениях общественного питания, ресторанах, барах или кафе. Поблизости находятся интересные достопримечательности, такие как Олимпийский парк, Стена Славы, поющие фонтаны, музей динозавров, Сочинский автомузей, скалодром, природный орнитологический парк и Меретинский пляж. Допускается размещение домашних животных до 3 килограммов. Данная услуга бесплатная. Ранний заезд и поздний выезд 50% от стоимости ночи. Дополнительное спальное место, 599 рублей есть парковка, бесплатный Wi-Fi, работа стойки регистрации, круглосуточно.